Привет, народ! Добро пожаловать на новую серию по спарже. Помыла сейчас машину. Более-менее она стала хоть чистой, потому что она стояла около недели у меня во дворе. Завтра направляемся на такое мероприятие. Что-то там связано с тюнингом автомобилей, мотоциклов. В Первоуральске, забыл. Там просто как-то автофестиваль называется. Вот Серега уже ждет меня. Чё, пацаны, подшипник сломался? Чё скажешь? Всё плохо. Колесо прям клинануло. Не знаю, что делать. Будем называть эвакуатор, скорее всего. На трёх колесах не получится, я так думал, поехать. Хотя вроде всё перевесил на морду. Зад задул, морду задул. И одно колесо переднее правое опустил вниз. Но, скорее всего, это явно не поможет. Так что вызываем эвакуатор и едем до Виталика. Отправил Катю за едой, стоим, ждем эвакуатор. В общем, снял колесо, посмотрел. В итоге реально ступичный подшипник просто развалился, от него ничего не осталось. Буквально вот он через центр проставки, прям оттуда все выковыривалось. Все, поставил обратно колесо, сейчас должен уже приехать с минуты на минуту эвакуатор. Катя как раз повезет еду еще. Так что вот. Началось это все еще вот того дня, вот как раз я когда шланг начал чинить от пневмы. А еще думаю, а почему он так у меня бренчит? Так же не должно же быть. Ну, то есть, по удару я так брэнк-брэнк делаю. То есть, ну, явно, что со ступичным подшипником. Как бы, это, видимо, после поездки в Тюмень, то, что у меня отъебнули задние стойки, то, что кузов много ударялся об колеса, и вот в итоге доударялся до конца, и что подшипники уже не выдержали, устали. Ну, не знаю, слава богу, Виталик сейчас был свободен, сейчас он стоит, нас ждет в гараже. Сейчас на эвакуаторе приедем к нему, сразу поменяем подшипники, ну, еще пока он разбирает, ездим купим, что надо. И то есть завтра уже выезжать на фестиваль, а стою тут с голой жопой, грубо говоря. Ну ладно, что хоть сегодня, заодно посмотрю еще вторую сторону. Передние мы с Денисом уже у него в сервисе стучали по передним подшипникам пока все нормально. Только вот именно задние почему-то, вот и причем резко, не гудел сначала, а вот именно вот бах и резко начал шуметь, бренчать. И вот только вот сейчас, спустя, наверное, километров 10, вот у меня отрыгнул. Грубо говоря, я вообще на соплях, еду один, то есть на машине больше никто не едет. Я еду с Катей и с Димой. У меня по машине, получается, вот уже отрыгнули задний подшипник. Не знаю, лишь бы второй был цел, чтобы хоть как-то сэкономить сейчас. Дальше у меня подходит уже к концу ремень ГРМ. Тоже его надо менять, я не знаю, протянет, не протянет он, но я купил на буксировочную петлю, ехать не так далеко, если что, кому-нибудь позвоню, нас добуксируют, то есть там не вижу никакой в этом проблемы. Вот и приехала еда. Эвакуатор, сейчас будем грузить. Так вот уперлось колесо. Даже след остался. Это вот у меня до Тюмени так колесо стерло обарку. Сожжены. Сожжены их. Нет, у меня стойком-то пипец. Их нету. На воздухе. Что мне, блядь, спрашивает? Ну я от руки откручиваю, закручиваю их. Вот. Такие же, как у тебя стоят. Суппорта и диски. Или диски восьмерочные, суппорта фордовские. Диски восьмерочные, а суппорта хрен знает чего. От какого-нибудь Hyundai Solaris, наверное. Беда пришла, откуда не ждали. Оригинал оказался полным фуфлом. Закупили новую ступицу. Кольцо стопорное и подшипник. Вышло все это 800 рублей. Не стали заморачиваться по-дорогому. Заехали в наш любимый лидер. Едем обратно в гараж к Виталику.
закончилась эпопея. Время 3 часа ночи, точнее утра. Блин, спасибо Виталику. Сделал. Пришлось ездить купить ступицу новую с подшипником. Но обошлось это все 800 рублей, как бы. Невелика потеря. Зато сейчас поспим хотя бы 3 часа. Да, выдвигаемся в сторону Екатеринбурга. Надо еще поставить задние сиденья. Ну там быстро, там буквально 6 болтов. Все. Двигаем домой. Такая же мойка. Если честно, страшно. Особенно тут конвейер. Боюсь за диски. Но думаю, влезу. Ничего не сказали. Все, вот я поехал. То есть машинка сейчас сама будет брызгать все. Тут эта аппаратура. Получается, ничего не трогаю, еду только по конвейеру. Брызгают какие-то пистолеты. Если честно, стрёмное дело, потому что у меня не складываются зеркала. Но, если честно, не вижу смысла такой мойки. Сейчас эти штуки пойдут. Ну тогда я так понял, хорошие датчики должны стоять, поскольку они должны чувствовать габариты автомобиля. Ой, на меня уже капает что-то. Щетки прям хорошие. Блин, я вот боюсь только за сплиттер. Бля, а там вообще блямба такая сейчас будет. Бляха. Штуки сзади катаются еще. Нет. Выезжаем на место. Приехали самые первые стенд движухи. Мы видели одного на трассе, но он что-то какой-то тухлый был. Не знаю, вот тут пока только две ресты, даже три. И две дрифтовые тачки. Ну, сами видите. Все, время уже сколько? Время час, а начало, ну, заканчивается регистрация в 2:30 у нас. То есть в 3 уже открытие, а еще никого нету. Что-то странно. Нашел здесь покрашенные отпили штампы. Кстати, в принципе, неплохо придумано. Интересно, можно взять на заметку. Так, а что поехал, что поучаствовать в конкурсе, поразвлечься, а то сидеть еще 4 часа, ну такое. Опа! 303, что может быть прекраснее? Можно регулировать уровень записи, громкость. Если проедет, то хлопаем, чтобы он понимал. Но, друзья! Красавцы, вот это, понятно. Настоящие мужские брутальные розовые диски. Вот так вот легко проехал, ну это понятно, элементарно. А почему бы и нет, подумали ноги.
трассу. Проехал, аплодисменты героя, так держать. Как ты, тут секрет, почему тебе так просто все удалось? Саня, мне кажется, тебе помогло. Непростое время наступает для Сереги. Серега на 11-й. У Сереги какие-то проблемы с колесами, они немножко шире стали, чем его машина. 11-я прошла легко. 11-я уходит вниз, опускается назад. Это предел, ребята, 100% предел, да, 100%. Эти произведения искусства. Сигналит. Саня поддержит Серегу. Серега даже нисколько не зацепился. Аплодисменты Сереге, молодцы, ребята. Правильно, видели? Вот так вот. Красавчик. Этим покрытием только джипы покрыты. Я еще смотрю, думаю, что за джип. Ребята, вот он, Чероки. Я тут присмотрел. Это специально, это цвет хамелеон, да, вот на подкрылке. Слушай, возможно такое, что кто-то тебе должен там ехать или чего, ты подходишь и хоча. Бывало. Лютые типы, 100%. Ребята! Тут немножко с жигами посоревновался. Они на быстрой пневме, я так понял. Ну один, а второй на чем был? На обычной же тоже, как я. Вот. Поездили под ленточкой, повыпендривались друг перед дружкой. Вот. Тут как бы суть-то в чем была? Просто подъехать под ленточкой, как бы ее не порвать. Сначала я все разы, грубо говоря, проехал максимально задутый, и только два последних я сдувался, и все. То есть, и самый последний вот именно максимально, то есть у меня уже колеса уперлись и по щебенке волочились. Вот, и то. Ну, как бы, ну, нормально по высоте жигами получилось. Сейчас какие-то нам подарки подарят. Че, как вам колесо обозрения? Четко. Круто. Ну, это получше, чем там, ну такое там. Сейчас пойдем, там тише будет. Блин, быстрее инстаграм закручивается. Что-то там карьера у них, видимо. Так это интересное место. Как? Вот наши уральские хребты. Горные вершины. Ну, а там где-то спаржа стоит. Нет, это не спаржа зеленая. Серега, Катюха, не забудь подписаться.